Добрый день, уважаемые дамы и господа, а также товарищи. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Вашему вниманию предлагается бревенчатый дом на участке 34 сотки в деревне Поречье, Александровский район, Владимирская область, 120-125 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому направлению. Вашему вниманию автобусная остановка. Регулярно ходит автобус от города Александров, земельный участок в собственности, дом в собственности, электричество к дому подведено, водопровод центральный в доме. Дом бревенчатый с брусовой пристроечкой. Перед домом у нас с вами имеется гаражик вот такой вот, деревянный, в который проведен свет. Возможно приобретение данного объекта недвижимости с помощью средств материнского капитала. Пожалуйста, прописка, соответственно, земельный участок 34 сотки. Частично огорожен, частично нет. Сейчас вы это увидите. Соответственно, часть участка обрабатывается. Плодово-ягодные насаждения мы с вами можем наблюдать. Смородина, яблони, малина. Ну, то есть, кое-какие тут такие хозяйственные строения есть. Соток 15 огорожено, и остальная часть не огорожена. То есть у нас в собственности 34 сотки. В ближайшее время деревня Поречье будет газифицирована. Это важно. То есть газификация у нас идет полным ходом. Газифицируется все. И вот, значит, остальная часть, это примерно 20 соток, у нас в поле. Красота. Деревня Поречье, Александровский район, Владимирская область. 120-125, ну, может, 130 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому направлению. Рядом вот это вот фельдшерский пункт. Туалет на улице. Ваше внимание, при входе в дом у нас вот в пристроечке, ну, хозяйка сказала, что она брусовая, но я подозреваю, что она каркасная. Ваше внимание. Отопление разведено по всему дому, горячая вода от водонагревателя, центральный водопровод заведен в дом. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео. Еще раз повторюсь, возможно приобретение с помощью средств материнского капитала, ипотечного кредита. Пожалуйста, помогаем, оформляем. Ну, соответственно, прописка. Отопление от печи. Общая площадь дома, ну, в районе 50 квадратов. По факту, по документам, 20 с чем-то там. Вашему вниманию. Электричество. Ванна. Постираться, помыться. Пожалуйста, никаких проблем. Ну, туалет на улице. Дом пригоден для зимнего проживания. То есть нынешние хозяева и зимой тут живут. Ну, вы видите, отопление разведено по дому. Деревня Поречье, Александровский район, Владимирская область. Канализация, выгребная яма. То есть с ванной у нас и с раковины канализация в выгребную яму уходит. В перспективе, внимание, повторюсь, газификация. И это будет несомненно. Вашему вниманию река, плотина, запруда в деревне Поречье. Купание, рыбалка. Шикарный вид картины маслом. Так она и называется. Поречье вдоль реки располагается деревня. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео. Оказываем услуги в сфере электрификации, газификации объектов недвижимости. И основной вид деятельности – это полный спектр услуг в сфере недвижимости любого характера.